Я назвал лекцию «Роботы летят на Марс». А если вы любите фантастику, то знаете, что очень часто в фантастических рассказах и в кинофильмах с Марса на Землю прилетают всякие чудовища, которые хотят поработить нас. А фантасты это придумали, а ученые... Кончилось тем, что не с Марса на Землю летают роботы, а с Земли на Марс. И мы изучаем эту планету пока с помощью автоматических аппаратов, но, может быть, когда-нибудь и человек тоже попадет. Давайте посмотрим, как Марс выглядит, где он находится и какие на нем условия. Вот все 8 планет Солнечной системы. Конечно, кроме этих 8, есть еще много мелких астероидов, комет, метеоритов, но мы их не будем считать. А 8 больших планет мы с вами знаем: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Эти 4 маленьких больше всего похожи на Землю. Одна из них — Земля, а 3 других — это Венера и Марс. Да, в общем, такого же размера, как и Земля. Но условия на них, конечно, не такие. На Венере очень жарко, гораздо горячее там поверхность, чем на Земле, а на Марсе довольно холодно. Средняя температура на Марсе — минус 60 градусов. Говорят, иногда в Якутии бывает минус 60, но на Марсе всегда так, а иногда там опускается температура до минус 120 градусов. Правда, летом на экваторе, когда Солнце поднимается высоко, бывает плюс 10, плюс 15, теплее не бывает никогда. А Марс меньше Земли. Вот если рядом положить Землю, Марс, Меркурий и нашу Луну, то вот так они будут выглядеть в ряду. Марс примерно вдвое меньше Земли. Но поскольку на нем нет океанов, то суши на Марсе, сухой поверхности, примерно столько же, сколько на наших континентах. Если собрать все вместе нашу Африку, Азию, Австралию и Америку, то примерно такая же площадь получится, как и Марс. Так что не такая уж маленькая планета. Только океанов на нем нет. Движется он по орбите вокруг Солнца, более удаленная от Солнца, чем Земля, а Земля движется вот по этой орбите. И иногда Земля и Марс подходят близко друг к другу. Мы это называем великими противостояниями. Когда Земля оказывается вот в этой точке своей орбиты, а Марс здесь, между нашими планетами довольно близко, всего 55 миллионов километров. И тогда мы можем в телескоп рассмотреть на поверхности Марса кое-какие детали. Вот если посмотреть на Марс во время противостояния, он в телескоп выглядит довольно крупным. А в другие моменты он такой маленький, что даже в хороший телескоп на нем никаких деталей особых не различишь. Ну, люди начали наблюдать Марс давно. Как только изобрели телескоп, сразу стали смотреть, что это за планета такая. И, в общем, увидели на нем какие-то детальки. Сначала телескопы были не очень хорошие, и довольно плохие были изображения, но потом век от века все лучше и лучше делали телескопы. И, наконец, к середине 19 века на Марсе стали различать тонкие, мелкие детали, и вот тут-то началось самое интересное. Ну, в обычный любительский телескоп, вы знаете, любители астрономии, ребята сами делают себе телескоп или покупают в магазине. Уже в такой небольшой телескоп на Марсе можно увидеть важную вещь – полярные шапки. Зимой, ну, когда в северном полушарии зима или в южном зима, на полюсах вырастают белые шапки. Так же точно, как у нас в Антарктиде постоянно лежит снег и на северном полюсе снег, точно так же он лежит и на Марсе. Это было очень интересно. Казалось, что там тоже есть замерзшая вода, но выяснилось, что это не вода. Белые полярные шапки на Марсе состоят не из воды замерзшей, а из углекислого газа, потому что вся атмосфера на Марсе тоже состоит из углекислого газа. Кислорода там нет, воды практически тоже нет в атмосфере, а когда температура опускается ниже 80 градусов, углекислый газ замерзает и снегом падает на поверхность и образует такие полярные шапки. То на севере, то на юге, ну, в зависимости от сезона. Сезоны на Марсе длинные, год там длится почти 2 наших земных года, и, соответственно, пол марсианского года в одном полушарии зима, полгода в другом.
В середине 19 века хорошие телескопы, астрономы стали замечать странные вещи. Вот карта Марса, нарисованная примерно в 1850 году. Ну, во-первых, большие такие темные области, их по традиции назвали морями. У астрономов такая традиция, все темные области на всех планетах называть морями. И на Луне мы их называем морями, и вот на Марсе тоже. Ну, все понимали, что там воды нет, просто традиция такая. Но кроме этих больших областей темных морей, стали замечать узкие прямые линии, которые соединяют вот эти вот моря и озера, как бы. Это немножко странно было. На Луне мы таких никогда не видели, на других планетах тоже, а на Марсе вот странные такие прямые линии оказались. Великий наблюдатель, очень хороший астроном итальянский, Джованни Скиапарелли, первым составил самую-самую детальную карту Марса, и на ней вот такие сдвоенные тонкие линии, как будто рельсы железнодорожные появились. Он назвал их по-итальянски словом «каналии». Ну, итальянское слово «канале», оно просто обозначает протоки какие-то. Ну, раз есть моря, а между ними линии темные, ну, значит, какие-то протоки. Просто так назвал их. Но когда его работы стали переводить на другие языки, на французский, на английский, это слово итальянское, оно уже немножко другой оттенок получило. «Canals», «channel», как будто бы это рукотворное что-то, как будто это каналы, вырытые людьми. И очень многих эта идея увлекла. Может быть, это действительно искусственные сооружения? Может быть, разумные марсиане роют каналы, чтобы из полярных шапок, вот где лежит снег, когда он тает, эту воду транспортировать в засушливые области Марса, где ее мало, в экваториальные области. И эта идея очень многих заразила, и людям стало казаться, что, может быть, на Марсе есть своя цивилизация, которая строит марсианские каналы. Особенно увлекся этой идеей американский, ну, как его назвать, он богатый человек, литератор, юрист, Персиваль Лоуэлл. Сначала он вообще ничего не знал про астрономию, занимался писательским делом, как дипломат служил, ездил по Ближнему Востоку. Но когда он прочитал книги Скиапарелли и узнал о каналах марсианских, он очень заразился этой идеей. Ему стало казаться, что Марс населен разумными существами. И тогда Лоуэлл оставил все свои прежние занятия. Он богатый был, обеспеченный человек, очень известная семья. И на все свои деньги построил лучшую в мире обсерваторию, специально для наблюдения Марса. Вот он нашел место в Америке, в южном штате Аризона, на горе, которую он назвал Марсианская гора, Марс Хилл. Построил там огромную обсерваторию и лучший в мире телескоп заказал, очень дорогой, для того, чтобы исследовать марсианские каналы. Вторую такую же обсерваторию он построил еще южнее, в Мексике. В Мексике хорошие условия для наблюдения, там сухой воздух, чистый. И тоже большой телескоп, вот он там виден, поместил. И он сам, Лоуэлл, и его сотрудники, которых он взял на работу, стали непрерывно исследовать Марс. И вот посмотрите, какое дело. Вот тут на этой табличке я показал вам на разных планетах, на Луне, на Марсе, на Юпитере, на более далеких планетах, что видит астроном, когда наблюдает в телескоп. Дело в том, что мы не можем различить детали мельче одной угловой секунды. Это очень маленький угол, но все равно он есть. Наша атмосфера не позволяет более мелкие детали различить, расплывается изображение. Когда мы на Луну смотрим, это 2 километра. Более мелких деталей на Луне мы не различаем. Но 2 километра – это не очень много. Но когда на Марс смотрим, это 270 километров. И более мелких деталей мы различить в телескоп не можем. И с Лоуэллом все спорили, ну как это так? Не может же быть канал шириной почти 300 километров. Кто такие каналы видел? И тогда он стал исследовать человеческий глаз. А можем ли мы более тонкие, более мелкие линии и детали увидеть на далеком Марсе? Ну вот тут не очень хорошо видно, свет мешает. Может быть, вы заметили, вот здесь провода проходят телеграфные. Видите на этом слайде, да? Вот Лоуэлл, это у него на обсерватории, там в горах телеграфные провода, и он их
наблюдал с разного расстояния и доказал, что человеческий глаз на самом деле более тонкий, более разумный прибор, чем это раньше казалось. Мы можем, наш глаз может очень тонкие линии различать, если это не точка, а длинная вытянутая линия, и гораздо меньше угол, чем одна угловая секунда, наш глаз может заметить. Вообще глаз человека удивительный прибор. И вторая идея, которая пришла Лоуэллу, что если каналы на Марсе прорыты и по ним течет вода, значит, по берегам этих каналов растет какая-то растительность, которая питается этой водой. И канал должен нам казаться более широким. С одной стороны полоса растительности, с другой полоса растительности, ну и канал может выглядеть более широким. И он верил, что на Марсе есть цивилизация, и не только он. А вот такие карты, нарисованные Лоуэллом, в начале 20 века стали публиковаться во всех газетах, журналах, книгах, ну, телевидения тогда еще не было. И многие люди с интересом к этому отнеслись. Даже такие карты Лоуэлл публиковал. Зимой полярная шапка большая, вот это мы с Северного полюса на Марс смотрим. Полярная шапка большая, каналов не видно. А летом, когда тает полярная шапка, появляется сеть каналов. Как будто бы эта вода, значит, по ним потекла, растительность там расцвела, и мы увидели каналы. Очень все логично выглядит. И многие люди верили, что на Марсе есть марсиане настоящие. Вот посмотрите, какой интерес был у публики в ту пору к астрономии, что астрономы выходили со своими телескопами прямо на тротуары и всем желающим показывали планеты, Марс особенно. Ну и люди довольно бедно жили тогда, это начало 20 века. Вот смотрите, детишки ходили босиком, а тем не менее шли к телескопам, чтобы понаблюдать эту загадочную планету Марс. Писатели, конечно, вдохновились этой идеей, и вы, наверное, слышали про роман Герберта Уэллса «Война миров», а может быть, фильм смотрели такой, да? Фильм недавно был. И тогда писатели-фантасты стали придумывать, как марсиане могут прилететь на Землю, там, поработить нас или как-то войну устроить. Но они что-то не прилетали. И тогда мы решили на Марс полететь. А вот эти карты с каналами, они, в общем, вызвали у ученых такой скепсис, недоверие. И ученые стали проверять, на самом деле видны там каналы или нет. И некоторым эти каналы были не видны, когда смотрели в телескоп, а некоторые, наоборот, подтверждали, что есть каналы на Марсе. Вот два изображения Марса, на которых очень хорошо видно, что глаз человека все-таки замечательно тонкий, очень чувствительный прибор. Вот эта фотография Марса, сделанная космическим телескопом Хаббл. Он летает высоко над Землей, ему не мешает атмосфера, он видит очень хорошо. А это рисунок Марса, сделанный в начале 20 века человеком, который смотрел в телескоп. Практически те же самые мелкие детали видны. Хотя глаз человека вроде бы не должен видеть то, что видит космический телескоп. Но глаз, еще раз говорю, удивительно тонкий прибор. И до сих пор, даже в наши дни, когда много электронных фотоаппаратов, все равно астрономы часто наблюдают глазом и видят то, чего не может заметить электронная камера. Вот такие современные фотографии Марса делают даже любители астрономии, школьники, которые, ну, в 2003 году было великое противостояние, и тогда американские, московские школьники, да, по всему земному шару, у кого есть приличные телескопы, фотографировали Марс и довольно много интересных деталей на нем замечали. Самое лучшее, что мы можем увидеть от Земли, глядя на Марс, это вот такая фотография, сделанная космическим телескопом. Ничего более мелкого мы не видим. И вот посмотрите, никаких каналов на этой фотографии нет. А что же тогда видели астрономы? Куда девались каналы? Когда мы подлетаем, ну не мы, а роботы, когда подлетают к Марсу, то вот это уже фотография, сделанная прямо вблизи планеты, когда к Марсу подлетели автоматические космические аппараты, мы видим много интересного на Марсе. Вот здесь огромные вулканы видны, горы. Это разлом такой, каньон гигантский, гораздо больше, чем на Земле.
На Земле мы знаем, какой самый большой каньон? В Америке, в Аризоне, Гранд Каньон. Так вот здесь он был бы вот такого размера, Гранд Каньон. А марсианский вот этот, 4000 километров в длину, вот здесь 400 километров в ширину, а глубина его до 5 километров в некоторых местах доходит, огромный. То есть Марс интересная планета, геологически очень интересная. И горы, горы высотой до 25 километров есть на Марсе, гораздо более высокие, чем на Земле. Но куда девались каналы, никто не может понять. Вот сегодня это загадка. Слева рисунки Марса начала 20 века, на рисунках видны каналы. А справа эти же полушария, сфотографированные современным телескопом, никаких каналов нет. То ли марсиане их успели зарыть, то ли их действительно нет, и людям просто мерещилось что-то. Пока это открытая проблема, и как-то ее надо разрешить. Куда девались каналы, не знает никто. Может быть, нам еще удастся их открыть, когда будем детально исследовать Марс. Ну, кого это заинтересовало, можете вот эту книжку найти. Мы с коллегами там много интересного написали про исследование Марса. А мы с вами сейчас двинемся дальше. Давайте посмотрим еще раз на нашу Солнечную систему и подумаем, где лучше всего жить, на какой планете. Ученые выделяют такое узкое, небольшое диапазон расстояния от Солнца, где на планете может существовать жидкая вода. Ведь нам обязательно для жизни нужна вода. А не на каждой планете она может быть. На далеких планетах холодно, и там вода замерзает. На планетах, близких к Солнцу, слишком жарко. Вот на Меркурии, на Венере температура 450 градусов, там вода испаряется, она закипает. Только на Земле самые оптимальные условия, она находится как раз в середине вот этой узкой полосы, зоны жизни, как ее называют, где самые-самые хорошие условия. Но Марс тоже попадает на краешек зоны жизни. То есть там более суровые условия, но все-таки не такие, чтобы уж совсем нельзя было жить. Кое-какие земные организмы могли бы приспособиться на Марсе. И встает вопрос, а есть ли на Марсе своя жизнь? Как на Марс летать? Ну, довольно просто. Вот так выглядит перелет ракеты с Земли на Марс. Это орбита Земли, это орбита Марса. Ракета стартует с Земли, разгоняется и потом по инерции летит в сторону орбиты Марса. Этот перелет длится 8,5 месяцев. Когда ракета подлетает к орбите Марса, она еще ускоряется и переходит на марсианскую орбиту. Тогда, если к этому моменту и планета тоже к этой точке встречи подошла, ракета с ней встречается. Таким образом, если вы хотите слетать на Марс и вернуться обратно на Землю, вам надо 8,5 месяцев в одну сторону лететь, 8,5 месяцев в другую сторону лететь, ну и еще какие-то исследования там провести на Марсе. Значит, в общей сложности, ну, года два, в общем, надо на экспедицию потратить. А может ли человек выдержать двухлетний полет в космосе? Это еще большой вопрос. Прежде всего, радиация очень сильная, и за 2 года она может сильно подорвать здоровье, если не убить человека вообще. Поэтому пока к Марсу летают только автоматические станции, а космонавты не рискуют. Первая автоматическая станция, которая отправилась к Марсу, была запущена советскими инженерами. Это было очень давно, в 1962 году. Кстати говоря, вот сейчас 50-летие, как раз 50 лет запуску к Марсу. Этот аппарат не долетел до Марса, он на полпути, с ним связь была потеряна. Но это была первая попытка. Американцы чуть позже начали запускать к Марсу и тоже первые аппараты теряли. Но в конце концов, в 65 году мимо Марса пролетел первый работавший аппарат, американский Mariner 4, и передал на Землю первые снимки поверхности Марса с близкого расстояния. Я уже тогда учился в школе и хорошо помню, как в газетах печатали эти снимки и в журналах, и мы все были очень удивлены, что Марс не похож на Землю, а он похож на Луну. Вся его поверхность кратерами метеоритными покрыта, и никакой жизни там не видно. Но это были первые снимки.
Через несколько лет у Марса появился первый искусственный спутник. Вот этот американский аппарат Mariner 9. Он вышел на орбиту вокруг Марса и довольно долго, несколько месяцев летал и передавал очень много фотографий. Более 7 тысяч фотографий. Тогда мы увидели всю планету целиком и поняли, какая она интересная. Какие огромные горы, глубокие каньоны там есть, пустыни, горные районы. И стали уже детально изучать Марс. Советские инженеры не очень удачно создавали аппараты. Наши аппараты обычно либо не долетали до Марса, либо, долетев, испытывали какие-то проблемы с работой. Но иногда удавалось кое-что исследовать. Но вот первая посадка на Марс удалась именно нашим инженерам. Вот такой небольшой аппаратик впервые в 1973 году, очень давно, сел на поверхность Марса. Вот это первый искусственный марсианин. Мы его туда посадили, но что-то с ним там случилось. Он проработал 20 секунд, и связь с ним была потеряна. Никто не знает, что случилось. Вроде все нормально, приземлился, приморсился. Но вот что-то перестало на нем работать. Через несколько лет американцы удачно посадили на Марс два вот таких крупных аппарата. Это очень интересные два аппарата, Викинг-1 и Викинг-2. А это рядом с ним на фотографии стоит, ну это не Марс, конечно, это Земля. На Земле сделан снимок. Стоит известный исследователь Марса, Карл Саган. Ну, чтобы вам видно было, какого размера сам аппарат. Очень удачно работали эти два викинга на Марсе несколько лет. У них было пять лабораторий внутри каждого из них для поисков жизни на Марсе. Вот эта механическая рука, она брала пробы грунта. Видите, вот копала такие канавки, брала оттуда пробы грунта и пыталась найти в этом грунте какие-то микроорганизмы хотя бы. Ясно было, что в этой пустыне никто там крупный не живет, не бегают марсиане, но, может быть, хотя бы в грунте есть какие-то микробы. Но оказалось, что никаких микробов в этой области на Марсе нет. Итак, эта марсианская пустыня оказалась настоящей пустыней. Никаких микроорганизмов там не было. И теперь мы понимаем, почему именно там не стоило сажать космический аппарат. Это место совершенно открыто всем излучениям, которые идут из космоса. А марсианская атмосфера очень жидкая, прозрачная, ее почти нет. И из космоса идет мощная радиация, которая нас тут на Земле не особенно тревожит, потому что у нас над головой толстый слой воздуха. А на Марсе она стерилизует всю планету, убивает на ней все живое. Так что на поверхности Марса вряд ли может быть что-то, сохранилось что-то живое, даже если там жизнь когда-то была. Сегодня там очень неприятная обстановка, скажем так. Воды нет, а радиация очень сильная. Вот тут и ничего и не оказалось. Несколько лет работали эти викинги там, потом у них кончилось электричество, они перестали работать, но ответ был отрицательный. Жизни в этом месте, жизни на Марсе нет. Хотя открыто было много любопытного. Вот смотрите, какие странные овраги были обнаружены на Марсе при съемке с орбиты. Орбитальные аппараты летали, они сейчас летают вокруг Марса, передают очень детальные фотографии, и мы видим, что какие-то овраги глубокие на Марсе. А на Земле овраги образуются, когда вода течет и размывает поверхность. А на сухом Марсе что могло образовать такие овраги? Или вот посмотрите, русла, натуральные речные русла, только они пустые, в них нет воды. Вот особенно вот здесь, видите, приток тоненький течет, впадает в большую реку. Идет река расширяется. Все как на Земле, только без воды. Но раз есть речные русла, значит, когда-то по ним текла вода. А если была вода, то, может быть, и жизнь была. Там, где вода, там всегда жизнь. А вот там, где нет воды, там обычной жизни нет. А карты марсианские сегодня составлены очень детальные. Пожалуй, мы знаем поверхность Марса лучше, чем поверхность своей собственной планеты. Потому что на Земле 2/3 покрыто океаном, и мы довольно плохо знаем, как дно океанов устроено.
Многие области на суше покрыты деревьями, зеленью, под которой тоже ничего не видно. А на Марсе все открыто, атмосфера прозрачная. И вот такие карты поверхности Марса вы сегодня найдете и в интернете, и в учебниках по астрономии. И можете детально, метр за метром изучать всю марсианскую поверхность и смотреть, какая там география. Ну, итак, Марс – планета интересная. Как же ее изучать? Как изучать Марс? Можно посылать туда космонавтов, а можно роботов. Ну, интересно было бы космонавтов, чтобы человек там побродил, можно ли это. Вот еще недавно, лет 10 тому назад, в книжках вы могли увидеть вот такие рисунки. Как может выглядеть экспедиция на Марсе? Прилетели люди, поставили палатки и работают там, ходят по поверхности, изучают ее. Оказалось, не все так просто. Во-первых, прилетели, а 8,5 месяцев перелета выдержит человек в космосе или нет? На чем он туда полетит? А на Луну люди летали в 70-е годы, вот на этой большой ракете «Сатурн-5». Это самая большая в истории космонавтики ракета, американская ракета, но теперь ее нет, и никто не собирается ее делать. Позже у американцев был вот такой очень мощный летательный аппарат, мы его знаем, «Шаттл». Но он не приспособлен для перелетов с одной планеты на другую, да к тому же сейчас он перестал функционировать. Поэтому в Соединенных Штатах была задумана несколько лет назад новая система больших тяжелых ракет, на которых можно летать к другим планетам. Одна ракета для того, чтобы людей на ней запускать, и две более грузоподъемные, чтобы какие-то грузы запускать, ну, топливо поднимать в космос, там, приборы тяжелые. Из этих трех пока удалось создать только одну, вот эту, которая поменьше. Она испытана, летала, правда, без людей. Хорошая ракета получилась. На Луну к ней можно летать, можно запускать на Луну экипажи. До Марса она, конечно, не дотянет. Нужны вот эти две более тяжелые, а они пока не созданы. У американцев тоже не на все денег хватает. И вот на эти две ракеты пока денег нет, чтобы их создать. Да и кабина для перелета космонавтов, посмотрите, какая она. Три человека тут умещаются, ну, в довольно тесном пространстве, так вот, лежа. Там объем примерно как в ванной комнате в ваших квартирах. Ну, 2-3 дня для полета на Луну этого достаточно. А 8 месяцев к Марсу лететь вот в таком маленьком помещении, да и 8 месяцев обратно, да и там надо находиться, вряд ли кто это дело выдержит. Но даже если выдержит вот эти суровые условия работы в космосе, на этой картинке, я понимаю, что цифры там не видны, но я вам расскажу, показано, какую радиацию получает человеческий организм в разных местах за год. Вот у нас на поверхности Земли мы тоже облучаемся немножко из космоса, но это очень маленькая доза, и она никому не вредит. А пилоты самолетов, которые летают в стратосфере, ну, это обычные самолеты, на которых вы летаете, гражданская авиация, мы-то там проводим несколько часов на самолете, а пилот каждый день летает. И за год уже хватает достаточно суровую дозу, так что у него работа на самолете ограничена именно этим, что это уже облучение большое. Еще хуже космонавтам, которые работают вот сейчас на Международной космической станции. За год они хватают дозу радиации, ну, то есть облучаются так, что это уже некоторые угрозы для их здоровья производят. А если отправиться к Луне или к еще более далеким планетам, то там совсем дело плохо. И самая главная молекула нашего организма, а какая у нас самая главная молекула? ДНК, та, что хранит нашу наследственную информацию, она за полгода или за год перелета просто получает такие повреждения от космической радиации, которые могут уже не восстановиться. И человек, в общем, может серьезно заболеть или даже погибнуть. Поэтому наше представление о том, как бы могли космонавты работать на Марсе, резко изменилось. Если в 80-е годы казалось, что можно поставить на поверхности какую-то, ну, какое-то жилище и в нем там проводить исследования, то сегодня уже рисуют марсианскую базу вот так. Прилетели, окопались, в землянку какую-то залезли, и там под грунтом человек более или менее будет защищен от радиации,
Ну а в чем тогда смысл, если он будет сидеть в этой землянке и не сможет выйти на поверхность, боясь облучения? Особого смысла в этом нет. А роботы вполне годами могут работать без проблем. Здоровья у них хватает на то, чтобы все это выдержать. Поэтому до сих пор полеты на Марс человека как-то серьезно рассматривать нельзя. Пока не решена будет проблема, как защититься от радиации, человеку путь на Марс закрыт. А роботы там исследуют уже много лет. Первый маленький марсоход был в 1997 году посажен на Марс. Это совсем игрушечная машинка была, такой американский марсоход, Саджорнер. Он на Земле весит всего 10 килограмм, а на Марсе там сила тяжести меньше, он 3 килограмма с половиной весил. И бегал вот недалеко от места посадки. Такая платформа, на которую он прилетел, он сполз, и вот где-то, ну, примерно вот в пределах этой комнаты он вот так побродил по марсианской поверхности, исследовал ее немножко. Дальше он не мог двинуться, маленькая машинка, совсем игрушечная была. Но потом на Марс прилетели более серьезные роботы. Вот карта Марса, полная карта, и тут, конечно, сразу видны самые интересные места. Ну, во-первых, 4 вулкана, вот эти 3 среднего размера и один самый крупный, они уже давно не работают, они остыли, это просто горы высокие, когда-то они были вулканами, но высота их гигантская, вот эта гора Олимп, 26 километров высотой, на Земле нет таких гор. Конечно, интересно было бы туда послать робота, но пока никто не решился на это. На гору трудно посадку осуществить. Это цветом здесь показаны области, где предполагается много воды. Ну, естественно, на севере и на юге, где полярные шапки. Но есть некоторое количество, видимо, вечной мерзлоты такой воды, которая замерзла под поверхностью и в экваториальных областях. Поэтому сюда тоже сажали аппараты. Вот посмотрите, это фотографии Марса, сделанные с орбиты. И тут удивительные вещи видны. Как будто бы вот это уровень поверхности, это овраг, стенка уходит вниз глубоко на несколько сотен метров. И вот начиная с некоторой глубины, как будто бы ручейки такие текут. Вот они. Пока непонятно, что это за ручейки. Это может быть пыль, которая так просачивается вниз, а может быть и вода. Вроде бы похоже, что это вода. Вот, например, на этой фотографии видно, что вот эти вот темные, похожие на ручейки, такие русла идут вниз, а в самом низу этого дела что-то похожее на ванну такое, как будто бы озерцо маленькое такое получается, да еще со стенками. Вот откуда могут взяться стенки? Может быть, марсиане там запруду сделали и собирают воду драгоценную на Марсе? Иначе как эти стенки могли получиться? А оказывается, в природе такие бассейны сами собой иногда получаются. Так как могут такие бассейны получиться? А вот смотрите, вот видите вот эта стенка? Она могла просто из замерзшей воды сама получиться. На Земле такие вещи иногда бывают. Может быть, кто-нибудь из вас был вот в этом месте, в Турции, по Мукале? Были? О, кто-то был. Видели вот эти ванны белые? Вы видели. А как они получились? Они сами по себе получились. В этой воде, которая вытекает с гор, там много гипса. И эти гипсовые ванны нарастают сами собой, когда кристаллизуется вот эта стенка. Она растет, растет, растет. Кристаллики из воды выходят. И дальше получается такой же бассейн еще ниже. То есть они сами по себе могут быть. А на Марсе эти бассейны могут получаться из замерзающей воды. Ледяная стенка сама по себе растет. Так что это очень сильный аргумент к тому, что все-таки это вода. Никакая не пыль, не грунт просачивается, а скорее всего это вечная мерзлота оттаивает, и по весне текут ручьи. Но это все-таки еще не доказательство. Воду надо, так сказать, пощупать руками, пока мы не видели там жидкую воду. Исследования Марса последние 7,5 лет, почти 8 лет уже, проводится с помощью двух вот таких аппаратов. Spirit и Opportunity, два одинаковых аппарата, около 8 лет назад сели на Марс, американские аппараты, и очень удачно работают там,
столько лет без... Ну, один сломался уже, Спирит сломался, а Opportunity еще бегает. Он небольшого размера, 300 килограмм весит примерно, и очень удачно исследует геологию Марса. На нем нет приборов для поисков жизни, у него только геологические приборы. Вот тут рука такая механическая, на ней всякие микроскопы, скребочки, дрели, и он исследует геологию Марса. Вот посмотрите, насколько он больше. Вот это Спирит, а это первый, самый первый марсоход Sojourner. Все-таки Спирит уже довольно крупный, и на своих колесиках он уже десятки километров проехал по Марсу. Конечно, он не может по горам лазить или там в глубокие каньоны спускаться, все-таки колесики не такие большие, но по ровной поверхности он очень хорошо бегает и исследует то, что находит. Вот я тут для сравнения показал, как выглядит первый марсоход американский, нынешние марсоходы, а это наш старый-престарый луноход советский. Он еще до недавних пор, вот до последних месяцев, был самым крупным планетоходом наш, тогда еще в 70-е годы созданный луноход. Но, конечно, по научному оснащению он в подметке не годится нынешним. Нынешние хоть и небольшие, но очень умные и хорошо оснащенные аппараты. Но теперь и луноход уже уступил свое первенство. 5 августа этого года на Марс прилетел новый аппарат, я вам сейчас его покажу, и он крупнее нашего лунохода. Чуть-чуть, но крупнее. Так вот, в чем была проблема вот этих вот марсоходиков? Спирит и Opportunity. Они не могли достичь самых интересных мест для геологов. Вот эта фотография, сделанная Opportunity, он подъезжает к такой вертикальной стенке на Марсе. Геологу очень интересно слой за слоем исследовать вот эти вот отложения марсианского грунта, чтобы прямо прочитать историю Марса за последние тысячи лет. А аппарат туда не может залезть и руку не может протянуть. Это все-таки недостижимая для него крутизна. Спирит и Opportunity могли бегать только по вот таким ровным местам, по песчаным равнинам, и они до сих пор там ходят. Интересные находки были сделаны. Например, метеориты обнаружили на поверхности Марса. Вокруг Марса довольно много метеоритов летает, и вот некоторые падают на поверхность, и наши марсоходы и вот их там находят. Вокруг Марса все время, уже много лет, непрерывно летают орбитальные станции. Это европейские и американские. Нам не удалось спутник Марса сделать надежный. Японцы пытались, им тоже не удалось. А европейские и американские летают. Вот это лучший марсианский спутник, американский, называется он Mars Reconnaissance Orbiter, ну, то есть орбитальный разведчик Марса, и он очень детальные фотографии присылает. Вот то, что мы сегодня имеем, ландшафты марсианские, это с него все получено. С него даже видны следы марсоходов. Вот смотрите, это кратер метеоритный, а вот дорожка, по которой ехал марсоход. Вот это его следы колес. Белые точки – это где он разворачивался, так немножко грунт поворачивал под собой, они более яркие. Так что сегодня с орбиты можно просто следить, как там марсоходы ездят, как они следы свои оставляют, где они находятся, потерять их уже невозможно. Самое интересное, конечно, за последние годы было – это исследование полярной шапки Марса. Во-первых, хотелось все-таки проверить, вода это или не вода. И какие там условия, если вода, может, она где-то здесь тает, может, тут ручьи какие-то текут, может быть, там есть жизнь. Поэтому специальный аппарат был создан, «Феникс», который 3 года назад полетел на Марс, опустился рядом с полярной шапкой марсианской, вот в эту точку. Широта примерно такая же, как у Якутска, довольно северная для Марса. Ну, на саму полярную шапку он не мог опуститься. Там он, скорее всего, просто благополучно не мог бы сесть. А вот на такое ровненькое место он опустился. Это рисунок. Ну, вот, наверное, так он приземлялся на Марсе. Это не марсоход. У него не было ни колес, ни гусениц. Он просто на одно место сел и сколько мог там работать. Работал он недолго, полгода, в течение полярного дня. Потому что источник электричества у него – это солнечные батареи. И как только солнце зашло и началась полярная ночь, так у него кончилось электричество, и он в конце концов замерз там.
Опустился он вот здесь, на стенку кратера метеоритного, случайно попал. Вот фотография, он на парашюте опускается там. И некоторое время, несколько месяцев проводил исследование. Главное, что он там нашел, вот у него такая рука была механическая, он рыл грунт, брал пробы грунта, разрыл немножечко, и мы увидели там воду. Вот под песком, уже на глубине 15 сантиметров, оказалась замерзшая вода. Проверили, это действительно вода. Она там подтаяла немножечко, капельки появились. Так что было доказано, вода на Марсе есть. Посмотрите, как выглядит марсианский ландшафт, северный ландшафт, область вечной мерзлоты. Вот это на Марсе, а это у нас на Земле. Ну, это, правда, не в Якутии, а в Канаде снято, но в Канаде тоже есть области вечной мерзлоты на севере. Так что очень похоже. Марсианская тундра и наша земная тундра выглядят почти одинаково. Между прочим, на этом Фениксе на Марс впервые прилетела библиотека занимательной литературы и музыки. На его борту укреплен CD-диск, такой мини-CD, на котором записаны разные рассказы про Марс, спектакли, кинофильмы, музыка, все, что вот было создано на Земле о Марсе. Так что, если когда-нибудь соберетесь на Марс, возьмите с собой плеер, а диск там уже есть, сможете его послушать. Но он на английском, еще надо английский хорошо знать. Главное открытие, которое за последние годы было сделано в связи с Марсом, вот на этом рисунке. Вот эти желто-зеленые области – это места, где на Марсе был открыт, в атмосфере Марса, был открыт газ метан. Мы мало знаем об этом газе с вами, но я вам скажу, что этот газ обычно выделяют живые существа. Это продукт метаболизма нашего. Ну, в основном микробы на Земле выделяют метан, или там крупный рогатый скот, коровы. А откуда на Марсе метан? Вот это большая загадка. Вряд ли там коровы пасутся, но, может быть, под поверхностью Марса на какой-то глубине есть микробы, которые выделяют из себя газ метан. Это очень-очень сильное доказательство того, что они там есть. Надо это дело проверять. Ну а где вообще жизнь на Марсе может притаиться? Где для нее условия более или менее подходящие? Мне кажется, что жизнь на Марсе должна скрываться в пещерах. Если на поверхности условия суровые, для жизни неподходящие, то в пещерах они всегда лучше. Там нет радиации, там больше влажность, и там можно как-то существовать. И вот на Марсе открыты пещеры. Посмотрите, вот эти темные отверстия в поверхности Марса – это такие вертикальные колодцы, которые уходят на какую-то глубину. Как они образуются, понятно, в этом загадки нет, все геологи это знают. Это карстовые провалы, и мы просто видим, вот как они образуются, проваливаются. Но что там в этих пещерах, пока никто не знает. Вот посмотрите, какие это колодцы темные, на какую глубину они идут, тоже не совсем понятно. Вот этот колодец с диаметром 150 метров, ну как стадион целый, и куда-то туда вниз уходит. Но не может же он до центра Марса идти. Наверное, он там как-то поворачивает, и потом горизонтально эта пещера должна идти. Вот лучшие фотографии, которые удалось сделать с орбиты, они показывают, что вроде бы поворачивает этот ход. Вот на этой особенно видно, такой сброс там. Скорее всего, это потом в горизонтальную пещеру превращается. На Земле тоже известны такие пещеры. Вот в прошлом году я был во Франции, как раз посетил одну такую пещеру. Такой колодец, метров 80 в диаметре, метров 150 в глубину. Когда спускаешься, это пещера, известная туристам, пещера Падирак. А спускаешься, там прямо своя пещерная жизнь. Все стенки в мхах, в растениях, в каких-то лианах. А дальше этот колодец превращается в горизонтальную пещеру. Вот здесь вы видите схему. Спускаешься в колодец, а потом дальше она идет горизонтально, эта пещера, там озеро, потом сухие места, еще одно озеро.
Скорее всего, и на Марсе тоже эти колодцы – это просто входы в систему горизонтальных пещер. Именно там условия для жизни должны быть самыми подходящими. Там и теплее, чем на поверхности, и воды должна быть жидкая вода, раз тепло, она там оттаивает. Но как в эти пещеры спустить робота, пока не знает никто. Лучшее, что мы имеем сегодня на Марсе, лучшего разведчика, доставили туда 5 августа. 5 августа на Марс прилетел вот этот новый марсоход. Называется он Curiosity по-английски, ну то есть любознательность. Это большая и очень хорошо сделанная машина. У нее огромные колеса, ну внедорожник настоящий, целую тонну весит. Самое интересное, что у него есть, это вот эта вот лазерная пушка. Мощный лазер, который может стрелять лучом на расстоянии десятка метров и маленькие взрывы производить. То, куда он не дотянется, ну, у него есть длинная рука, вот такая двухметровая рука, на ней комплекс приборов, куда может он, конечно, дотянется рукой, но если не дотянется, он может лазерной пушкой выстрелить, будет маленький взрыв, испаряется кусочек скального какого-то массива, и поэтому по яркой вспышке можно спектральный анализ сделать и химический состав узнавать. Поэтому вот теперь на Марсе своя лазерная пушка появилась, и она будет для научных целей использоваться. Самая важная особенность этого марсохода – это его источник энергии. Если до сих пор все марсоходы имели солнечные батареи, и пока солнышко светит, у них было электричество, а как только ночь наступает, кончается, то у этого ядерная батарея. Вот здесь, в этом отсеке, специальный радиоактивный элемент плутоний-238, он распадается, радиоактивный распад греет эту батарею, и из тепла создается электричество. Этого запаса ему хватит лет на 20 работы, и если он там не погибнет, не перевернется, не сломается, то электричество у него будет вот на ближайшие многие-многие годы. Посмотрите, какая это крупная машина. Вот первый марсоход, вот нынешние, которые сейчас там последние годы ползали, а это Curiosity, огромная машина. Вот так он в лаборатории выглядит, когда его инженеры там собирали. Ну, видите, колеса крупные, и сама машина большая, и в ней очень много научной аппаратуры. Там одних только телевизионных камер 17 штук, и они во все стороны смотрят, передают очень хорошие картинки. Вот так он выглядит спереди. И, кстати, на нем есть наш российский прибор. Вообще, это такая не только американская машина. Там разные страны свои приборы на него повесили. И один из приборов, вот здесь он сбоку висит, наш российский. Его в Москве делали. Он ищет воду под поверхностью Марса, может найти на глубине 1-2 метров, может найти воду. Куда этот марсоход опустился и все остальные куда? Вот карта Марса. Первая посадка нашего советского тогда аппарата была вот здесь. Потом садились викинги, потом Opportunity, Феникс. И, наконец, для посадки последнего вот этого Curiosity выбрали вот это вот место на экваторе марсианском. Вот здесь, вот эта линия экватора. А почти точно на экваторе нашелся очень интересный кратер метеоритный, но у него есть одна особенность. Называется он кратер Гейл, это фамилия ученого. И вот он отличается от всех других метеоритных кратеров тем, что у него очень низкое дно, и когда-то оно, скорее всего, было залито водой. То есть это было озеро такое большое. Кратер большой, 150 километров в диаметре. И в центре торчит высокая гора. А геологам всегда интересно горы исследовать. Горы гораздо больше рассказывают, чем такие вот осадочные породы, всякие там ветром нанесенные. Гора высокая, 5 километров высотой, вот здесь вершинка. А вот так выглядит этот кратер. Посадка была осуществлена вот сюда, на ровное место, а потом задача у этого марсохода поехать и забраться на вершину этой горы. Ну, удастся ему это или нет, посмотрим, но, по крайней мере, он будет стараться. Вот место посадки.
И для него уже нацелен маршрут, по которому он, может быть, сможет проехать туда, на вершину горы. Есть и запасной, вот кроме этого маршрута, еще запасной маршрут ему нашли, тут такая долина, вроде бы проходимая. Ну, по какому-нибудь из этих двух путей он попробует туда залезть и показать геологам настоящие горы с древними породами, которые расскажут историю Марса за последние миллионы лет. Ну, по телевизору вы, наверное, видели, показывали, как перелет осуществлялся. А этот марсоход был в специальную капсулу запечатан и 8 месяцев летел с Земли до Марса вот в таком закрытом состоянии. Потом эта капсула вошла в атмосферу Марса. Тут специальный тепловой защитный щит, который, ну, не позволяет расплавиться этой капсуле. Она же нагревается очень сильно, а воздух, когда идет вниз. Вот видите, как она плазмой окутана. Ну, он ее защищает. Потом парашют, естественно, выпускается, и потихонечку на парашюте к поверхности летит вся эта конструкция. Но самое интересное было в конце. Не долетая примерно 3 километров до поверхности Марса, парашют этот был сброшен, и из-под него вывалилась вот эта вот реактивная платформа. Впервые посадка на планету была осуществлена таким вот странным способом. На реактивной платформе был подвешен на тросах марсоход. И она плавно опустилась к поверхности, но не села, а опустила марсоход вот так вот на этих тросиках туда плавненько. Потом тросики отсоединились, и эта штука улетела, упала там где-то в стороне. А марсоход мягко опустился на поверхность Марса. Все прошло благополучно, и он стал там работать. Вот момент посадки, мы видим парашют. Под парашютом капсула, и все это упало довольно близко одно от другого. Марсоход сел сюда, реактивная платформа упала в 500 метрах от него, тут упал парашют, тут упал тепловой щит, в общем, весь этот мусор тут вокруг него лежит. А марсоход сел сюда, и дальше ему надо ехать в гору, исследовать то, что намечено для него учеными. Прежде всего, он, конечно, сам себя сфотографировал. У него, а как, очень просто. У него на руке, на конце руки механической, вот эта рука, а фотокамера, он вот так вот себя со стороны снял. Ну и теперь у него впереди задача вот на эту гору забраться. До нее несколько километров пути, а потом надо будет подниматься туда по маршруту, который, может быть, еще изменить придется. Вот так он сегодня выглядит. Он уже проехал несколько сотен метров. Видите, покопался тут. Вот он траншейки какие-то разрыл. Все у него, ну почти все приборы работают. Там один только немножко испортился при посадке. Измеритель скорости ветра. А все остальное работает. И самое интересное. Впервые на марсоходе есть специальные приборы для поиска жизни. Теперь не просто геологией будет заниматься этот аппаратик, а искать на Марсе микроорганизмы живые и, может быть, даже неживые. То есть древнюю жизнь сможет на Марсе поискать. Очень чувствительная у него лаборатория. Вот впереди у него... В интернете сейчас очень много хороших фотографий. Он передает очень качественные фотографии, телевизионные кадры. И все, кому это интересно, можете на слово Curiosity сделать поиск. И сразу же увидите очень четкие изображения. Вот та гора, куда он направляется, уже издалека видны вот эти слои геологические, то, что больше всего геологов интересует. И, видимо, он потихонечку начнет туда забираться. А по пути он исследует какие-то интересные камни, которые попадаются ему на пути. Видите, эта рука, это на самом деле целая лаборатория. Тут все необходимые приборы есть, и микроскопы, и дрели, и фрезы, и, в общем, все. Можно камушек разрезать, можно его отполировать, посмотреть на него при большом увеличении. Все эти приборы у него на руке, на конце руки смонтированы. Уже сделано несколько интересных открытий вот за эти прошедшие 2 месяца. Первое открытие состоит в том, что действительно дно этого кратера когда-то было морем. Вот это снимок, переданный сейчас с Марса, и мы там видим гальку, обычную морскую гальку, камушки, окатанные водой.
А это на Земле мы видим вот дно высохшего озера древнего, такая же точная галька. Это наземный снимок, это марсианский снимок, галька точно такая же, то есть нет никаких сомнений, что марсоход опустился на дно высохшего, ну, моря или озера, назовите как хотите. В общем, когда-то здесь плескались волны, но теперь там воды нет. Вот посмотрите, как выглядит дно реки на Земле. Ну, это где-то в Средней Азии. Дно реки выглядит точно так же, как то место, куда сел марсоход. То есть, скорее всего, там тоже когда-то текла вода. Второе очень интересное открытие. Он исследовал состав марсианской атмосферы и выяснил, из чего она состоит. Изотопы. Ну, кто знает, что такое изотопы, это химические элементы с разными весами. Некоторые оказались не такими, как на Земле. Это доказало очень интересную вещь. Астрономы последние несколько лет на Земле нашли странные метеориты, которые очень похожи, вот метеориты, которые очень похожи на марсианский грунт. Но доказать этого не могли, что они с Марса прилетели. В этих метеоритах, вот в этих маленьких полостях, сохранился газ. И оказалось, что состав этого газа точно такой же, как марсианская атмосфера. То есть можно сказать уже с полной определенностью, что у нас есть образцы марсианского грунта здесь на Земле. Они сами прилетели, просто выбитые с поверхности Марса какими-то ударами, ну, более крупных метеоритов. Они прилетели на Землю, упали, мы их нашли. Так что не обязательно уже лететь на Марс за образцами. Они сами к нам случайно попали. Теперь мы точно в этом убедились, потому что они принесли в себе кусочки марсианской атмосферы. А что впереди? Ну, впереди многие годы будет работать этот Curiosity, я надеюсь, с ним все будет в порядке. А наши российские ученые сейчас готовят свой марсоход. Вместе с европейскими инженерами делают вот такой вот аппарат, который будет называться ExoMars. Он не такой большой, как Curiosity будет, но может быть не хуже, а может быть даже и лучше. На нем более современные приборы. Вот такой небольшой российский марсоход. Года через 3-4, скорее всего, будет готов. И лет через 6 он, может быть, достигнет Марса и там начнет свои исследования. Посмотрите на марсианские ландшафты в заключении. Вот насколько это интересная, загадочная планета. Посмотрите, какие удивительные там вертикальные стенки. Вот здесь высота 4,5 километра. Все, кто любит лазить по горам, просто для них это неоценимая вещь, ведь на Марсе сила тяжести маленькая. Вы на Земле весите сколько? Килограмм 50? А на Марсе будете 15 весить, от силы 20. И вам будет очень легко лазить по горам, а если упадете, то не разобьетесь. Или вот посмотрите, на Марсе уже в пустыне марсианской видны такие вихри. Вот этот вихрь ползает. Ну, у нас в пустынях тоже бывают такие, султанчики бегают. И они оставляют свои следы. Вот на поверхности марсианской пустыни мы видим вот эти черные разводы. Это то место, где вихри ходили и перемешивали песок. Или вот такие дюны, черные дюны песчаные на Марсе открыты. Почему они черные, никто не знает. Откуда там черный песок взялся? Но обычно это вулканические породы бывают черными. Откуда они на Марсе, непонятно. Или вот самый, на мой взгляд, загадочный марсианский пейзаж, похожий на кустики, да, которые из песка торчат. Но какие кустики могут быть на Марсе? Вот непонятно. Надо сажать туда робота и разбираться с этим делом. И я надеюсь, что в ближайшие годы на Марсе много роботов начнет работать, и мы сможем все эти загадки постепенно выяснить. Ну, а в заключение хочу посоветовать тем, кому это стало интересным. Вот эту книгу я недавно написал, она сейчас, наверное, продается в магазинах. Тут гораздо больше, чем то, что я вам сегодня рассказал.